Миссионерская деятельность – это проповедение, сопровождающееся раздачей литературы и прочих материалов. Важно отметить, что, согласно закону, оно должно проводиться исключительно религиозными объединениями. Беспрепятственно она может осуществляться в культовых зданиях, на кладбищах и в крематориях, а также в помещениях и земельных участках, которые принадлежат или арендуются религиозными объединениями. Если раньше жители могли для проведения религиозных обрядов приглашать людей со стороны, то теперь и это будет противоречить закону. На основании этого закона мы должны утвердить список, определить список. И вот так и мы сделали в феврале месяце. Значит, провели общее собрание, значит, имамами районных религиозных организаций, и где мы рассматривали, кто же может вести такую работу, кто может быть, значит, включен в этот список. И по району мы собрали таким образом 39 человек, которые могут вести миссионерскую району, значит, по району. За нарушение закона о миссионерской деятельности на граждан накладывается штраф в размере от 5 до 50 тысяч, на церкви или религиозные организации – от 100 тысяч до миллиона рублей. Ахунство северо-западного района, Ахун северо-западных районов Салимьян Хазрят организовал для этих сотрудников Краснокамского района, Янаульского, Калтасинского районов, значит, кого определили мы, вот этих, значит, людей для выполнения этой работы, удостоверение, и, значит, вручили им каждому удостоверение. И сейчас после этого ни один человек не может быть, если на руках не имеется удостоверение, он не был утвержден в составе, значит, вот для ведения такую миссию, значит, не имеет права, это будет уже нарушение закона.